Привет, друзья! Мы сейчас в Нью-Йорке. За мной проходит забастовка избиратель. Проходит она очень-очень далеко от России. В России уже все забастовки прошли. Здесь все очень спокойно. Забастовка против режима нынешнего президента, против выбора нынешнего президента снова. Хотя уже выборы вроде так предопределены. Но люди не согласны, живя здесь, не согласны и с политическим режимом, и с правовым режимом, который сейчас установлен в России. Поэтому я вам сейчас покажу, как здесь все происходит. Может быть, нам удастся с кем-то поговорить. Посмотрим. Полиции довольно немного сегодня. Так, посмотрим сюда. Даже дети сегодня есть. Сюда, сюда. Такой реально из 30-х. Да, реально из 30-х. Вы знаете, что такое зажимчик. Я же наказал. Так. Усики такие, знаешь, маленькие. Усики такие гадости. Давай снова. Как тебя зовут? Михаил. А почему сегодня здесь? Ну, поддерживаю Навального, компанию. А в чем именно? Против нынешней власти. А что там не так? Да не знаю. Вроде все так. Ну что-то не так, да? Ну да, наверное. Что-то мне подсказывает. Немножко не так. Что-то не то. А давно в Штатах? Где? В Штатах давно? Около 2 лет уже. Ну, примерно, да? То есть да, здесь абсолютно легально и... Да, да. На постоянное жительство или есть план вернуться в Россию? Да, собирается на постоянное. Ага, ну то есть пока непонятно. Надо спросить еще полицию, почему они никого не разгоняют. В чем секрет, почему здесь все стоят и до сих пор не разогнаны? Пойду ребят спрошу. Ребят, что не так в России с властью, если... С властью все не так. Так. Власть, самое главное, несменяема. Как вас зовут? Меня зовут Глеб. А меня Василий зовут. Самая большая проблема власти в России в том, что она несменяема и не подотчетна населению, людям. Любая несменяемость власти влечет за собой серьезные проблемы как в экономике, так и во внешней политике и так далее. Если людям не давать право выбирать, не давать право альтернативы, страна, к сожалению, как показывает мировая практика историческая, придет к застою и к упадку. Ты сейчас согласна, что страна в ручном режиме управляется последние лет 20? Это, абсолютно точно, и это 17. Большая проблема. Ну, любой... Будет, сколько, 24. Да, ведь посмотрите, доярки не заплатили отпускные, она пишет Путину, какой-нибудь рабочий... Уволили несправедливо, он пишет Путину, все пишут Путину. Но Путин не шило, у него там не 120 рук, он не может всем управлять. У него 120 помощников. Ну, помощники, к сожалению, думают не о том, чтобы помогать людям, а как бы урвать кусочек страны. Окей, а почему Навального не допустили? Ну, потому что Россия не принимает решений. Ну, есть решение ЕСПЧ, да, которое говорит о том, что дело было сфабриковано против Навального. То есть и его ЕСПЧ не так сказал. Ну, он доказал там, что дело было сфабриковано, что это дело по факту фейк, правильно? Нет, есть две причины. Есть юридическая причина, с точки зрения юридической, которая причины, мы понимаем, что это все ерунда полная. Я как юрист это прекрасно понимаю. И я следил очень плотно за делом Кировлеса. Я был в тот момент как раз в Кирове тогда и сам присутствовал, все это смотрел. Это, конечно, полный бред с точки зрения юриспруденции. Ну, а по настоящая причина, если мы не берем юридическую сторону, ну, действительно, никому не нужен сильный конкурент, который бьет по самой больной точке нынешней власти, это по коррупции. Поэтому и допустили. Человек, за которого люди могли осознанно проголосовать, большая часть жителей страны, и еще огромная часть страны, которые бы могли за него проголосовать только из принципа, только не за Путина. Это единственный человек, кандидат, за которого люди могли проголосовать очень большое количество голосов. Но его убрали,
и то, как на телевидении освещались, даже его имя не произносили высокопоставленные чиновники. То есть, в принципе, они не расценивали его даже как конкурента, потому что они заблаговременно знали, по какому принципу они его уберут. То есть, в принципе, каких-то там серьезной травли в отношении его не было, потому что они знали, он не будет конкурентом, его не допустят выборов. То есть, на верхушке власти они знали, что его не будет. И спокойно себя вели. А как вы думаете, относитесь, как и почему Конституционный суд трактует Конституцию не так, как там написано? У нас по российским законам первенство должно быть в законе, как написано, так и должно быть. Потому что вертикали. Единственный ответ – вертикаль власти. Зорькин, при том, что он в свое время был достаточно либеральным взглядов, сейчас полностью они лежат под путинской администрацией. Ну, о какой-то законности судов, смысла говорить, в России нет в принципе. Я присутствовал, опять же, у меня есть несколько бывших однокурсников, которые сейчас федеральные судьи и так далее. Я присутствовал как-то в Саратовской области на дне рождения одного судьи. Там были прокуроры, верхушка УВД и так далее, и так далее. Но было ощущение, что бандитская сходка. Абсолютно. То есть они говорят только на блатном языке. Они говорят о тех активах, кто кого отжал, где как, что заработал, у кого какой дом больше и так далее. Ну, о какой законности может идти речь, когда судебная система, это основа основ законности в стране, находится в таком состоянии? Очень здорово. Почему сегодня так тихо? Наверное, посольство не работает, поэтому... Да, потому что оно откроется завтра только. Я думаю, они передадут, что и как было. Я пойду спрошу полицию, почему вас еще не разогнали. Что они мне скажут, интересно. Hey officers, hi. Can I ask you a few questions? Why you don't disperse these people? So what do you got? What's up? What's up? My question, why they stay here and why you don't react for... They're allowed to. It's America. It's America? Yeah. First Amendment right to protest. Really? Russian president, don't think. Well, that's Russia. This is America. Yeah. Just to remind you where you are. This territory of Russia. Are you a resident here? Almost. Almost? Almost, yeah. Yeah, I'm legal. But Mr. Trump, Trump. I like any president. Are you a dreamer? No, I'm realistic. Really? I like that actually. Yeah. But Trump, Obama, it's doesn't matter because law in Russia it's not same. It's like it's legal president. That's what I mean. In Russia. What I had the other day? Beluga vodka. You have that? No. Beluga? Beluga, it's vodka. Vodka, very good. No. No? Vodka is bullshit. No. Yeah? Don't drink vodka. It's not fake. It's not healthy. Huh? Drink whiskey. Well, he's not a healthy guy. I know. Drink. Russian standard, right? Look. Russian what? Russian standard no. vodka. That's no good. I don't drink vodka. Oh, he's a drink. Okay. I can't discuss this. He's a reporter. Are you a reporter? So enjoy. Yeah. Enjoy. Yeah. This is America. First Amendment right. You have a blog? Right to protest. Yes, this is my blog. I have 4,000 subscribers. Good for you. Yeah. And I'm Kate Whitting. Pretty cool contraption you got there. Yeah. Yeah, thank you. Okay, I mean, they're legal. They're good. They're not against the law. They're good law-abiding citizens. Oh, okay. And you don't reaction for this. You know, today in Russia, it's about 40 person was arrested. Oh, yeah? For the same situation. And New York. It's unbelievable. Just for they speak about Putin. Not speaking bad. Bad word. They ask them, why you don't change? Why don't stay your place? Yeah. It's 20 years. Well, you get freedom of speech. Yeah. You heard of the Constitution of the United States? Yeah. You should read it. I read it. I mean... Because when you go like this, yes, you have to know always, it. Always. Okay? In court and you can make decisions. Well, no. Are you trying to be a citizen? After 5 years. Yeah. Well, when you get sworn in, you should give me a test. Is he in prison? Who? Navalny. Navalny right now in police. He's in prison? We're waiting what said court. For how long? How long has it been? Since the election? No, last week or something, right? No, today. When did he get arrested? Today. Today, you got arrested today? Today. Okay. Yeah, today. He got arrested today? I think last week. It's not arrested. Police can't
He's arrested detained? You for 48 hours. Oh, detained. Yeah. And after that, they are going court. And I think court said you are arrested for 15 days. 15 days, okay. Oh, 15 days, more. 30 days. Interview. Okay, guys. Thank you, your opinion. Thank you. Take care. Thank you for the opinion. Facts. It's America. First and right. It's a fact. Yes. Yep. Right in first place. That's right. Constitution. Cool. Constitution. I like this country. You're funny, but it's not in Russia. It's no. Russia, it's terrible. Serious. Serious. Okay, thank you. All right. Thank good you. Luck. You too. Я продолжу разговаривать с теми людьми, не обижайтесь. Полицейские сказали, что по Конституции вы можете здесь стоять мирно и без проблем высказывать свое мнение о любом человеке, если вы не будете нарушать его прав. Соответственно, здесь свободная страна, и вы можете делать все, что хотите. Но они не для усиления. Стоять на ушах, все что угодно. России они просто приехали. Отвечают за безопасность, и не более для того. Для того, чтобы на всякий случай. Да, вы им не интересны, пока вы не достанете что-нибудь угрожающее кому-нибудь. Вот и все. Они говорят, что Конституция превыше всего, права здесь превыше всего. А они ничего не думают про Россию, как бы это не их дело. Ну, они неправильные полицейские, они Академию МВД не странные заканчивали, люди. Поэтому у них какие-то странные взгляды. Как-то вот, в общем, вот так. В общем, сегодня проходит все мирно. Вот. У нас там есть даже дети. Вот на том заднем плане большой-большой лозунг. Вот, все хорошо. Полиция сказала, что все нормально, вы можете собираться без проблем и жить спокойно в этой стране без проблем. Вот, как-то так. Так вот у нас проходит демонстрация. Но здесь тихо, мирно, потому что консульство сегодня не работает. Но я думаю, что это донесут до людей. И страна должна знать, что происходит с ее гражданами, что они думают в других странах по этому поводу. Поэтому будем следить за происходящим и дальше. И все дальнейшие мероприятия я буду освещать подробненько. Вот так вот. Ну что, закончилось, у нас забастовка. Итак, забастовка проходит довольно тихо, никаких требований особо не выдвигается, и полиция здесь не реагирует никоим образом на эту забастовку. Ну, как бы это не забастовка для них, это просто собрание людей, которые высказывают свое мнение. Полицию я спросил, мнение вы слышали, ну, перевод, наверное, не нужен, наверное, там простой был английский, поэтому как... Мнение полиции абсолютно понятное. Никто никого не будет разгонять, пока не будут нарушаться права других граждан. В Америке говорят, ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Все, к сожалению, это не так. Мне думается, что господин Путин нашел какой-то колодец с живой водой и постоянно в нем купается, вот как на крещенские морозы. Ну, у него были, правда, не морозы, но тем не менее, купаться он купался. И я очень надеюсь, что в России он все-таки будет соблюдать традиции смены власти, хотя какие традиции, традиций никаких и не было. Как власть пришла в 90-х годах, так она и осталась. К сожалению, никакая власть не меняется в России. Я бы, наверное, даже называл сейчас нынешнего президента феодалом и по устройству страны, и по сути правления. Почему? У нас все процессы так происходят в ручном режиме, очень похоже на феодалов. Наверное, да, наверное, так и будем его называть, феодал Путин, и в дальнейшем. Я очень хочу, чтобы президент все-таки сменился. К сожалению, в 12-6 следующих лет он там и будет сидеть. Если у него со здоровьем будет что-то, конечно, нехорошо, может быть, тогда уйдет, но и то... Мне кажется, будет просто передача власти, а не выборы какие-то очередные. Будет сидеть тот человек, который разделяет его взгляды. И в России будет передаваться, к сожалению, пока все по типа монархической, что ли, лестнице. От преемника к преемнику, что называется. В России, видимо, может быть любой президент, при условии, что это будет Путин.
Так что я призываю всех пойти 18 числа, 18 марта на избирательные участки, смотреть, как происходит выборный процесс, его пародия, скажем так. Не голосуйте за какого-нибудь кандидата и не голосуйте против всех, потому что таким образом вы покажете, что легитимность власти все-таки есть, а по факту ее нет. Никому мы не нужны с нашим мнением, за нас все уже решено. Но приходите на участки, агитируйте людей не голосовать вообще. Это такой мой призыв к вам. Сообщайте о всех преступлениях путинского режима своим знакомым, бабушкам. Пусть бабушки бабушкам рассказывают. Это же основной электорат путинского режима, поэтому я думаю, что сегодняшнюю забастовку не покажут по Первому каналу. Я надеюсь, что Навального не посадят надолго, и этот правовой беспредел все-таки будет заканчиваться. Ну, с вами был Василий Квачегин из Нью-Йорка. Сегодня 28 января. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.